Всем привет, меня зовут Нурслу, и мне 36 лет. Впервые попала на кастинг, вообще впервые приняла участие в подобного рода кастинге. Хотя, когда смотрела это по телевизору, всегда думала, как хочется попробовать все это на себе. Много говорят о недовольстве внешности, недовольстве там какими-то проявлениями. Меня в первую очередь в кастинг привело, скорее всего, свое внутреннее состояние и ощущение того, что оно не совпадает с тем, как я выгляжу. Я хочу выглядеть более женственно, я хочу выглядеть более ухоженной, поскольку у меня возникает ощущение, что мне не хватает времени на себя. Я трачу время на всех, кроме себя. И еще я написала об этом в анкете. Сложно это говорить на большое количество людей, которые будут это смотреть, но это так. А я, наверное, не смогу это сказать. Наверное, остановимся на вот предыдущем.